Константин Генич. Мы будем вместе с вами в течение этой футбольной феерии. И надеемся, что наш комментарий будет не менее фееричен. Смотрим состав Джену. Довольно рискованное построение выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку. Посмотрим на состав Интера. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Двигается с мячом вперед. Удар! Опасно! От штанги мяч отскакивает, забивай! Перешич. Мауро Икарди. Очередная потеря. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. Это может быть опасно. Надежно играет защитник, атака прервана. Жоао Марио. И ближе к воротам игра переходит. У Икарди мяч в штрафной, что дальше? Спасает он свою команду. Отлично сыграно, надо решать. Отлично сыграл защитник, прервал фланговую атаку. Мауро Икарди. Антонио Кандре. Жоао Марио. Мауро Икарди. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Пока неплохо. Защита надежно играет, мяч отобран. Нет, не дошел этот пас до адреса. Перешич. Может получиться интересная атака. Мауро Икарди. Борха Валера. Мауро Икарди. Уверенный вынос понижает степень напряженности этого момента до нуля. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Это может быть опасно. Есть удар. Пробить на технику, и техника его тут явно подвела. И разрезающий пас на ход. А вот сейчас может быть опасно. Свисток арбитра у главы. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Мяч. Вратарь ждал этого мяча. Жоао Марио. Он накручивает соперников одного за другим. Отобран мяч, надо возвращаться. Жоао Марио. Посмотрим за этой атакой. Мауро Икарди. И есть гол. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Замена. Травма игрока. У тренера не было иного варианта. 1-0. Сейчас будет веселее. Бертолаччи. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку.